Условный срок за превышение должностных полномочий. Куйбышевский районный суд Омска вынес приговор по делу в отношении двух полицейских. В 2019 году фигуранты без разрешения пришли в дом потерпевшей, заставили ее переодеваться в их присутствии, а потом привезли в отдел под угрозой насилия и привлечения к ответственности за кражу драгоценностей, к которой девушка отношения не имела. В служебном помещении Амичку удерживали незаконно, оказывали психологическое давление. Прочитали личную переписку в телефоне. Сначала суд оправдал бывших правоохранителей. Сторона обвинения подала апелляцию. Вину фигуранты так и не признали. 8 ноября подсудимым назначили наказание – 3,5 и 3 года лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу. Подробности громкого дела расскажем в следующих выпусках новостей на канале Омск ТВ.